все отошли. Да, мы сюда третьи. Ты запись не забудь начать. Что-то экран, она же больше весить будет. Все, вышел, заходи. Не, нормально, нормально. Должен быть. Чуть поторопились. 14 очков. Те топ-1, которые импы 23 очка. Так я говорю, типа, я же вам сказал, три раза, наверное, сказал, типа, давайте ко мне один стенитесь, честно, право. Нам было сразу, вот так. Наверное, я сейчас тоже попробую. Я тоже сейчас буду в аккурат играть, не буду так бежать прям на лицо, типа. Почему я себя слышу? Вот ты замутился, я не слышу. А ты через телефон? Да, первый это, рыбы. Так, это, что у нас тут? Это нормально откатали? А сейчас у нас что? О, Мирамар. Я тебе потом скину как-нибудь отрезок, как у меня руки тупо слись. Сейчас, прям видно. Я просто бегу, не резко в него фарал так. Да, у нас как-то я тоже... Ой, у меня там такое часто раньше было. Турики, когда 30, в 30, не там 30 человек еще было. Не... У меня слышите, кстати? Да. Мало ли, блядь, ник надо. Ну, вот этих 10 те музыки. Типа, к нему. Че? Да, вот так. Что они хотели? Подраться хотели. А, подраться? Нам еще повезло, что это не приехали. Там у них по 2 КД у всех. И главное добрать. Понимаешь? Когда... Нет, я-то понимаю, когда там есть... Когда ты добираешь без того, что там твоего убивают, в тебя стреляют другие, а ты просто... Доберу, но сдохну. Да, ну или там еще правильно сделал, чтобы крутить не начал. И самые первые отлетели командой. Ща, я. Я люблю Мирома. Мирамар моя любимая карта вообще. Один минус это только текстуры эти. Да? Я не люблю... Ну, например, в лайте охерена, там же нет такого, как и в стимовском. С текстурами такой херни. Мне нравится Мирамар тем, что как бы там ты не покрысишь. Нету травы. Более открытый бой. Я более открытый бой люблю. Я не люблю... Я, конечно, понимаю, это пупх у нас. Это на голодные игры, как некоторые говорят. Пупх, это вылетел. Я не вылетел, я вошел сам. Все, ребят, давайте, я ушел. Все, давайте, короче, ну вот нафиг. Мирамар, ну, как бы, я более открытый бой люблю. Это более, знаешь, как-то... Ну, пацаны, что тогда, теперь я не капитан, не беска. Более честно, вот я, например, я все понимаю, конечно, плейсмент тут, например, тот же, который лежал под нами, да? Сколько он времени там был? Он же не стрелял, пока не подошел к нему гриб. Я понимаю, что правильно. Я все понимаю. Ничего тут против никого не имею. Эта игра. Тут играет кто как хочет. И правил здесь таковых нет по твоему стайлу игры. Хоть всю катку ползай, блядь, под зоной где-нибудь там. Хоть плавай. Ты знаешь? Но мы, вот нам повезло, что зона ушла со сновки. Если бы она на сновке осталась, то забили. Я просто чекаю зону и смотрю, бля. Да. Ты это... Магнит на зону тупо, да?
Запись на ноль включить, не надо там весело запись. У него запись включен, да. Я захожу, схожу. Да, я думаю, что это минуты начало. Вы же думаете, что тогда кто-то будет записи сидеть и слушать? Представляешь, сколько это времени? Каждого. Ну там так, моменты просто... чекать будут, со стороны моменты. Все будет. Скут на скут. Сколько у нас человек должно быть? Через 6 минут. Он у 20 команд посчитает. Угу, посчитал. 20 на 4 умножь. Там уже умножил, господи. Господи, человек. Че, уже поливали некоторые? Да, конечно. Но типы, которые к нам приехали, еще он играет. Деньги. Ну, как бы их осталось что-то два. Да, но full склад был вначале, они захотели на кассу. Ну все. Они зашли, посмотрели, опять те же. Не, выходим. Ну, типа, смотрел, вот сейчас же карты еще не скачают. Еще может карты. Ну, это так было на румынском турике. Здесь нет. Я вообще не понимаю, почему кто-то карты не качает. Почему нельзя просто нажать, скачать все и все. Место играет. Ну, у меня каждый бывает, место. Например, лагать начинает. Ты карты качаю. Когда карты качают, у тебя лагать что-то начинает? Да, ты же, типа, тоже кэш же сбивается. В смысле, подожди, у тебя когда карты качаются, что у тебя лагает? Ты же играть не можешь в этот момент. Нет, в смысле, он когда нет, карту нет. Скачиваешь, когда скачиваешь, кэш забивается, больше нет. Лагов. Кэш чистите вручную, папки темпа. Неудивительно. Не может быть, смысл. Ну нам тоже как бы не сильно повезло. Вообще ни разу. Не, ну. Не. Могу вообще просто, знаешь, даже это не с горы спустилась бы, она просто покер сам. Зоны у нас, говорил. Мы перетянули, извини, знаешь, кому мешал ли занять нашу гуру, когда мы в ангар спустились? Да. Нас могли не пустить. Че, прикинь, запустят, так я угорать буду. Вот этот. Я вам ПТС один подарю. Да не, его кикнуть, наверное, будет, я сейчас напишу. Чё он тут сидит вообще, действительно, блядь? Ну он думает, куда перейти. Ну она сеп... О, она чтоб заняли. Фас каких у него, походу? Ну, давай, долго. Чтоб никто к нам не заходил, они же заходят сразу к нам. Это импов, да. Это телефончик. Чтоб ты понимал. А его здесь его нет уже. Его уже все нету. Все шкип, глобус, сэвэдж. Сказали, что ты так мало. Мама, кстати, отправила. Случился домашний бан. И те 10-я команда, которая к нам приехала, вон, сидели в фу-складом. Слышали? Чё, 12 человек нету. 5-й команды вот сейчас вернул. Пока. Вообще в первый раз вижу, где они играют. А кто у меня под курочкой сидел? Мне интересно, кто раз с разворота убил. По-моему, вышла эта команда, мне кажется. И этот, Джа, это загонные буквы с пробелами были. Да, а вот Джушка, четвертый, первый. Да. Чушка. Дючка. Дючка. Это тот, который араб русский, русский араб. Да, русский араб. Анимешник. Жучка, это жучка. Что за истерика? Не будешь такой. Девка зашла. Нет, кто-то, кстати, Васик решил. А, это команда девушек. Кто-то мне говорил. Да. Команда с девушек играет.
Кто-то там, в общем, Осик кричал уже вначале. Не, по-моему, Килзон. Да, какие-то дети орали вообще. Да, по-моему, МП кричали там Оси. Да, там трое Найтового. Рокировка, замена. Тренер заменил игрока, блядь. Как кто у нас тренер? Гварнер. Ой, тренер. А где этот тренер вообще? Даже не появился еще, да? Боец. А он заходил, кстати, в Дискорд, когда мы доиграли? Он в Дискорде. Когда мы доиграли, он зашел. Он, наверное, смотрит стрим, скорее всего. Я надеюсь, он же смотрит уже. Вообще это квалификация, по идее. Как 12 какие-то зашли, вообще их я не где-то было. Видел. Вот, что у нас вообще типы заходят? 8 человек. Всё, запустили. Кто-то троём там. Да, троём кто-то там. Ты мать на девушек троём. Одна за двоих сидит на двух местах. Шутка. Там типа троем справится. Женский батальон смерти, назовем это так. Ну, это будет жестко. Ты не каркай так-то. Ну, как бы, чтобы ты понимал, вот эта жучка меня в бок била, я сразу это прописал. Я люблю отыгрывать здесь. Сан-Мартин отбой сразу, потому что это на всю жизнь война. Я вот Чумачеру люблю отыгрывать, очень удобно. Очень. Скажите спавну машину. А ближе вот тут нету нигде? Вот тут на главный должно быть. Куда лететь будем? Чумачеру бы взять. Да, я тоже хочу Чумачеру приехать. Спавну машину быстро скажи. Блядь, мы ехать будем 20 лет ехать будем. Жопу, я вот этот кемп ненавижу. Пазнер Волк, понятно. Давайте. Пазнер Волк, хорошо, Пазнер есть. Сорян, ну я перезаходил, у меня вообще включился. А что это за мет? Так куда мы падаем, я не понял. На машину. Нам Чумачера нужна, но машину где берем? Метку поставьте, где тачку берем. Где тачка? Точно не на зеленый, не палочку берем, блядь. Это же, но... Надо тебе вот здесь на главное брать. Мы вообще-то туда платим. Отсюда попробуем долететь. Мы вас... Давай. Мы долететь даже можем. А нет, подожди. На синюю давай упадем, все. Главное, чтобы возле кемпов не было. А там? 2000. Нормально. Нормально, долетим. Чекайте типов. Справа три склада. Два склада и дуло. Но они летят в этот. Манту навалял, по-моему. Одни вниз упали. Справа одна все летит. А, нет, это ваш дебильный этот компаньон. Да, склад открыл. Чекайте тачки. Справа машина есть, на дороге. Смотрите, чтоб на нее не падали. Падают прям. Падают? Справа вроде бы, ДТП. Я не вижу. Я вижу, только улетаю дальше. Я не говорю. До улети. А, блядь. Блядь, ну это пиздец, ребят. Это полный пиздец. Нас сейчас давить будут. Не будут. Они на нас идут. За камнями прячьтесь. Нет, уехали они. Жопа. Блядь, хз, типа. Бечевки надо мне долутать. Понимаешь, даже, блин, ну я вон на 185. Еще долго летал. Машину ищите. Я тут негде искать сейчас. По дороге. Пусть. Я на 200, понимаешь, что-то, да? Там есть кемп, там дорога. Кошка с кого-то, блядь, с попом, с этого, блядь, с дедовского лицо стрельнул. Поза кому-то.
правовые баллы. Ну, кстати, лица уже есть. Беркота это беркота. Беркота, как раз таки беркота, да. Так, тут есть мотик в этом кемпе. Я надеюсь, сюда никто не упал. Вижу, тачка уезжает вон она. В Чумакеру едут? Походу, да. Мы можем вот это за вот это залатать. Да, мы можем. Туда могли тоже поехать. Тот-то поедет. Одна машина упала. И в зоне Чумакера. Ой-ой-ой. А самолет вверх, да, был? Можем вообще куда-то в зону. Город Апарасия можем сюда уехать, но это очень далеко. Надо вот это вот дать и все. Пытаться. Машины все эти парни. Только не станок. А у вас... Учите машину, шо вы? Винчестер. Кулаками мы будем взрывать или чё? План капкан. Мотик, да, я же говорил, тут мотик. Двухколёсный? Да. Двое сидятся, там вроде тоже мотик, да, стоит? Как мне кажется. Там в кемпе. Блять. Чуть-чуть промахнулся. Да, это волк. Да, беску, убери метку. Давайте второй мотак. Забирайте нас, все, поехали. На оранжевую, красную. Только... Панда. А, прям вот так ехать, через дорогу, вот эту главную, едьте. Монтунуёва въезжаем. Дашь мне роль? Только не задави меня, плиз. Охуенное место вот эта церковь, но нам нужен лут. Возле Чумачеры. Там... Ну, вот, вот здесь надо вот так, я думаю. Давайте быстро вытянем. А, ну давай. У меня гана вообще никого нет. Мы типа на метку едем. Точка галора кому-то нужны? Не, на что? На палец? Ну, вообще, блин. В будущем, конечно. Ну, вообще нужны. Бля, на трехколёске по горам бан тупо. Не знаю, я только один раз перевернулся, ну. Два. Ты там полутался? Всё, пусто. Всё забрано до нас. А херня тоже не упал? Не, кстати. Я за руль, короче. Я пошёл дальний. Я что-то думал, тут уже такие прошмыгнул. Не. У меня фризис. Это из-за нас. Перед нами могут. Чумакеру, ты напрямую Чумакеру едешь. Объезжай вот так через правое. На метку едь. Если за нами наблюдают. Не, ну в мобильном ладно, но она очень охеренная в лайте, в стиме особенно. Я ее всегда назвал колесница смерти, блядь. На ней вечно поехали. Да. Куда ехать? Так, где вы есть? Давайте туда, да. Чумачеру мы просто уже не это. Нет. А тут утались? Мы да, вообще тут просто ехали. Фризит. Хорошо. Да ты же за нас. Ну хотя бы один баган в упор найти и все, лежать будем. Ромара. По тактике заходим сзади. Я баги возьму, бери мотак.
твою мать. Сорян. Зона пошла, мы катаемся, как она. Дропом справа скинули. У меня как бы есть ВСС-ка, есть точка. Уже хоть что-то. Ой, я ОХ нашел вам, пацаны. Ускорили. До зоны пока вот там бить, ох, ебать, дальше там как пойдет. Да вы на мотике? Да. Я обосрался. Тут бери, есть и калаш, пацаны, берите. Калаш я взял. Калаш у меня есть. Да. Вы возьми меня по проекту, я не же золотой ангар. У меня есть точка лично. Пехали, лука. Оптики, как обычно. Да вообще, блядь, ничего нет. У меня скрэлевый СС нормально стрелять есть чем. Правда, не для Мирамара, но... Ну, вот оптики нет, а это вот хуёво. 4х есть, парни, на вот, на стейплом. Точка есть. Какой хороший мотоцикл у тебя. Давай сюда, метку оранжевую. Оп. Я едьте вот сюда, парни. Вот эти все бечевки наши, парни. Видите? А что делать? Смешно как бы. Когда еще кто-то... Смех с мехом, а пизда кверху мехом. Мы на эту едем. Вы куда-нибудь? А куда мы там доедем? Господи. Сейчас главное взорваться. Вот вообще похождение бомжей, блядь. Взорвалось. Это ж похождение бомжей называется. Ну главное на нашу метку не едьте, мы там уже лутаем. Сейчас, блядь. Опа, минус Райден. Нет. Да, говорю, парни, не едьте на нашу метку. Его убила. Чё вы дальше не поехали, я не пойму. А тут пусто, прикинь. Кого? Двухэтажка пустая, если что. А чё, мы сильно расходимся, может, уже не стоит? Ну, бечевки лутать. Снизу никого нету. Ну, вот эти все бечевки можно вообще залутать. Надо бы транспорт поменять, если честно. Да уж, какой си. Вот слева выглядит, чё. Нихуя не вижу. Летит у меня очень сильно. Не, ну если с этим ботом мы возьмем топ-1, парни. Там мы. Ну, все равно, смотрите, куда. Не только вы, блядь. А я бесь. Калаш скинул. На крыше. Ну. Я бы взял калаш. Я топ-эмку взял наконец-то, блядь. А теперь бы оптику. Че, блядь, было бы. Ой, еще... красная нужна ручка? У меня есть вертикалка. Мне прием хилки нужны? У меня есть одна аптека. У меня три просто. Нормально. Сейчас энергетик заезжаю. О, хорошо. Пацаны, чекайте за мной. Ой-ой-ой, хорошо, ой, троечка, о, кайфую, бля. Мы поехали. Где, блин, пройдите? Еще четверку или шестерку? Алло, знающий Мирамара, чекайте, куда можно будет заехать. Понимаешь, когда знающий Мирамара, ну по бечевкам, извините, никогда не ездил. Вот никогда. Мы можем Чумачеру тут же, блядь, знаете, куда нам надо? Бля, вот там, видите, метка на
блядь, опасное место, честно. Опасно. Чумакеру ну, да, могу заехать. Мы можем чекнуть, типа. И взорвем, блядь, кемп, нахуй. Может, мы на тачку все сядем, а? Давайте вот этот кемп еще. Не хотите этот кемп еще, вот оно? Да, да, да. У меня ВСС второе оружие. И патрон мало. Можно, а кстати... Легкая ручка. Тут хилка еще есть. У меня сингловенка и топ. Знаете, четверку скинул, жопу на ему скинул. 67 скинул. Тоже поскидывал. Смотрите, ребят, вот сюда вот заехать, чекнуть желтую метку. Есть ли или нету? Я могу один на мотике поехать. Если кто-то один на мотике поедет, чекнет на оранжевую. На храм нам надо взять всех. Да, давай. Куда мы там пиздуем? Сначала на мотике иди. Кто-то один. Порули. Нет, сядьте один на мотик, сядьте и чекайте. Один на мой, я понял. Метку, на метку заезжаешь и чекаешь желтую метку. Ну, вторая тачка. На вторую заезжаешь, чекаешь первую. Смотришь, там машины есть или нету. Кстати, что по смокам? Так, смотри аккуратно, у нас впереди справа этот. Нормально. Церковь это будет. Мы лучше бы заняли бы... Ну ладно, давай по краю. Я хочу чекнуть церковь. Чекать себе нечего. Тройка есть, да, ладно. Машины там. Там вроде никого нету, ребят. Надо заехать. Место охеренное. Но если бы оно еще... Поехали. У него есть машина. Не факт, что там никого. Да, yeah, там есть. Могут сидеть, ждать, блядь. Ну, фризёвы, бро, фризёвы, всё, нет никого. Ну, сейчас не поймешь, потому что меня из-за самолёта фризит. Я справа захожу. Я не сразу на крышу забираю, щекаю чумакеру. Это тут очень пусто как-то. А, нет, не утоно, реально не утоно. Чумакеру надо смотреть. Красная рука, это здесь есть. Да. А вы уверены, что чумакеру вообще ехали? Мне кажется, это никто не ехал. Возможно, и не ехали. Я легкую вертикалку скинул на лежок, наверное, еще. Все закрыто в чумакере, чтобы вы понимали. Это прям хорошо. Мы можем почекать. Пока сидим, пока вот сидим. Это да. Бетонка. Мне нужна оптика. Еще бы. Могу тройку отдать. Больше. Да нет, тройка-то есть. Мне бы больше что-то. Братан, у меня ВСС. Нет, то есть вообще ничего нету, типа я. А, блин, бачечка СВ, муфта. А, все, тогда скидывай тройку. Бачечника свой я взял. Давай, да. Минус. Нет, то есть ничего нету. Мне не нравится сингалымка, тем что, сука, она не дамажит нихуя. Она настолько тапать в лицо. Баги в сейф поставил, ладно, я поставлю. И взяли, унизили, блядь. Девочки. Я бы взял, у меня 30 на 90. А, забирай, забирай. Если 30 на 90, то еще скину. Нашел здесь, темки не разрешаются. А семерки нужны? Каска вторая есть. 60 семерок я тут их сидел. Тут же каска. Пора чекать чумакеру. Без аккуратно так открыто очень. Можно отсюда с крысы чекать. С крыши. С крысы, да. Маурка по Фрейду называется. Называется покрытие креста. Крыши, блядь. Да как-то подозрительно тихо, блядь. Ну тут еще не поймешь. Зона. Ну, двери закрыты, но расстояние зона непонятно. Зона чекайте, парни. Зона, наверное, ХКЗ. Погнали. Бы...
Блять. Погнали сразу заезжать, пока никто не заезжает. Да, погнали. Ну, один на моте, кстати. Подберете меня. И один на булга там на баги свое доедет. Блять, хотел забирать? Сейчас. Я заберу его на машине. А, все, окей. Возьмите мотик. Даня, возьми мотик, он за этой. Здесь реально никого не было, блядь. Метку берите лишние, парни. Меня очень сильно фризит. Это здесь типа... Ебать. Чё? Да, баги чуть не взорвалась. Да реально не утонуть. Слышь, надо было в чумачеру запереться сейчас, давай, и утонуться еще. Блядь, ну... Фризит, да, фризит. Я грошу. По-моему, слева были люди. Слева люди, где, блядь, сарай вонючий. Там, по-моему, в ЛГшке. Там ЛГшка есть. По-моему, там кто-то бежал. Можно метку давать? Я дал метку, блядь, она же. Вот зая. Там ЛГшка, где, видишь, сарай, блядь. Да нет, ты должен там, на первый заезжать. К нему, кто-то бежал. Блядь, ты сейчас хуёво. Сейчас херово то, что Даня сзади нас. Да, я должен первым был заехать. Блядь, да. Пикадо, пожалуйста, огибайте нахуй. Так я право то, что там чё уж были. Уйди, не надо вообще вот на него ехать. Тут в кемпах нет, давай. Открыт, ну вот и закрыт, закрыт. Пустой. Открыт, заедем в кемп? Да, давай заезжаем, он нормальный. В кемп. Машины в сейф, мотики в сейф. Да. Я бы буханку это забрал. Открыто тут вообще-то. Не для открыто, да. Чекайте аккуратно. Буханка... Сколько у кого? Мне 5 смоков. Почему? Ее прострелить сложно и за ней прятаться просто. У меня 4, мне хватает. Алло, какая буханка? Спрашивает, сколько смоков у вас, парни? 2. 3 молота. Могу скинуть по одному. Молотов нужен? Едут. Да. И у кого-то только что. Мотик проехал туда. Надо бы кого-то закрыть, если честно. Какой-нибудь соло, дуо. Ой, как я не люблю сидеть в домах, еще я первого лица. Это вообще на своем танке. Ну это лучше, если там Мирмар, она только надо делать. С горы типы подойдут, расставляют спину, все, минус один. У нас на мотике тип должен все чекать. Даня, ты на мотике у нас. Ты должен прям первый залетать и чекать, есть люди или нет. Буханка едет, парни, на нас. Метку дал. Не пылитесь. Опа, хрышки стоят. Этим и фотится. А их закрывают. Окна. Аккуратно, не пылитесь, парни, только не пылитесь. Это безумие. Да, безумие и старперцы. Не палимся. Блять, мы могли бы им в спину зайти. Чес, там и те, что ли? Да, ну, хотя да. Да, мы зашли. За зону? За зону это ГГ. Еще фризер. Лагает жестик. Да. Еще едет. Это не по нам? Нет. Нет, прям аккуратно, вообще даже не палитесь. Тачка. Подъехала. Где туда? У меня метка есть. А чё метки не слышу ваш? Это что, у тебя звук выключен в игре, наверное? Нет. Не выключен. Что за бред? Там третий файтер с обеска. Понимаю. Зону чекайте, ребят. Надо сразу в зону вообще ехать. Там не займем. Я хз, ну типа нам по горе только ехать. Через право вот так, да. Даня, садись на мотик, поехали. Сейчас с Богом, парни. Даня, давай первый прощай. Через гору вот так синюю метку, видишь? Просто вот сюда куда-нибудь, на оранжевую. Давай, Даня, стой. Через справа, Даня, через справа. Я думаю, они тоже пошли, они там не сидят же на горе, блин. Они файтятся, там три тимы разных. Да, они смотрят вообще других типов. Так, вот тут тоже аккуратно. Даня, синюю заезжай сначала. Давай. Синяя, один не уезжай. А, блядь, это... Не в упоре? А, на горе. Метку дай на них. Вижу. Да. Тебе надо как-то выехать справа, вправо надо выехать.
Поехали, парни. Дань, садись, уезжай. По нам работает. Уже по нам работает. Понял. Надо их на код. По нам работает все. Я не вижу их. Блядь. Надо уехать, пацаны. Уезжаем отсюда, нахер. Даже если ног не вариант. Подымутся. Даня, тебе надо забрать? У тебя типы есть там? У тебя тип в упоре был. Не знаю, пиздец, он справа вообще. Быстрее садись. Давайте. Давай тут только садись быстрее. Куда надо ехать? Ё-моё. Блядь, я хз. Сюда заезжать. Измазать не хочу. Воров, прям. Это... Хз, что-то было, блядь. Меня жестко фризит. Внизу не вздумай остановиться. Я вот сюда залечу. Тут там люди. Надо убивать, парни. Да, надо убивать. Право заходи. Перед нами. Хорош. Я одного ногу. Булка в ноги. Да. Поднимайте. Я поднимаю. Кройте. Да, клетки. У меня справа баги едет еще. Я к ним под кем поджался. У меня справа баги едет, вон там. На нас прям. Лежите аккуратно, сидите, не торопитесь. Меня в спину. Меня. Смоками гуляйте, парни. Смоками, парни. Есть смоки? Спать. Нам бы справа закрыть типов. Не файтиться. Ну, два баш. Зрение. У меня в упоре, меня чекает тип. С маками против мне молик дает. В кемпе без головы. Я сейф. Они поднимаются прям под нами двое. Близко? Да, очень прям близко, прям под нами, ЛГ. Я вам не помогу, меня с кем покроют. Поднимай, резко поднимай. Тихо. Да, не помогай им. Да тут яма под нами, ЛГшка хорошая, они там сидят. Они вот прям под нами сидят. Тихо, сверху. Где с вами? Там? Один ног. Второй ног. Хорош. Фрешки. Минус вверх. Хорош. Там еще, вон там смоки еще. Я вижу. Тихо, я без хпшни. Еще там типу за зоны бегают. У меня с кемпа, по-моему, типа ушли. Да, с кемпа. Нет, кидать мне фрешки, булка. Блядь, зона, твою мать. Через справа идти надо. Из-за вот этих типов нижних. Туда трое убежали. Да. Надо прям за ними идти. Беркутов надо залутать. Вы видите зону? Она будет жрать, да, с ними. Машина есть. Можем на машине залететь. Опасно. Да, 30 человек пусть. Очень опасно на машине. Можем перехилить. Один чел может перехиливать, тупо сидеть. Попробуйте один на машине ворваться. Блять, я зону не догоняю. Блять, а мы зону не догоняем. Пиздец. У вас сколько аптек? У меня 5 аптек, 6. Лечитесь, булка. Да, блять, что он делает? За зоны. Блять. Сейчас многие от зоны будут откисать. Надо бы машину брать, забейте, мы бы проехали. Парни, скиньте аптеки одному скиньте аптеки. У меня одна последняя. Один пусть проходит, пытается, у кого много аптек. Я зайду в зону. Блядь, надо... впереди. Булка, будешь лежать в зоне. Просто лежать. Дай, не пытайся подожрать кого-то. Не трогай их, не трогай. Нет. Тихо.
Мы с зоны отскис, он один, по-моему, он, по-моему, один. Там двойка. Перед нами 210 двойка. Вот. Одинок. Одинок одного доел. Там левее ушел. Он левее ушел. Он левее, левее, левее от меня. Сидите, парни, сидите. У нас справа еще кто-то должен быть. Сидите, вообще никуда не пушьте. Очень аккуратно с 300, если кто-то добежал.